Для наших клиентов мы предлагаем такие известные решения, как металлические хомуты, системы для передачи сред. Это масло, воздух, топливо, охлаждающая вода, карбамид. И важно отметить, что нашу компанию очень хорошо знают по такому продукту, как червячный хомут. Но в последнее время мы стараемся донести до наших действующих и потенциальных клиентов, что продуктовая линейка значительно шире. И вот в руках у меня вы видите потрясающий продукт, интересный продукт для соединения труб, где высокая температура. Ну, в первую очередь, это детали или трубы, из которых состоит выхлопная система автомобиля. Или то место, то соединение, где катализатор соединяется с выходной частью турбины. То есть это те диапазоны, где очень высокая температура от 700 градусов Цельсия и иногда она доходит до 950 градусов по Цельсию. Вот в целом. Компания «Норма Групп» СНГ участвует в подобном мероприятии уже второй раз. И решение о участии в 18-м международном российском автомобильном форуме мы приняли в прошлом году, когда наше участие позволило нам найти реально нового клиента, с которым мы ведем уже 4 проекта, которые вот-вот реализуются на практике. И в этом году формат нашего участия был 2 презентации, где мы показывали преимущества вот этого технического решения, ну, как пример. И у нас был демонстрационный стенд. Самое интересное, пожалуй, было во второй день, когда сессия, специализированная сессия была посвящена инновациям в производстве двигателей и деталей трансмиссии. И у нас был очень интересный диалог с участниками этого рынка, в частности, господин Фомин из группы ГАЗ задавал такие вопросы. Вот, во-первых, он подтвердил, что группе ГАЗ и уже известно вот это решение, что оно действительно инновационное, позволяет значительно снизить затраты на сборочном конвейере за счет того же, что здесь всего лишь один болт. Ну и в целом мы поговорили о том, что это решение нужно внедрять, что просто так оно не придет на рынок России, потому что это бумажная работа, согласование, изменение конструкции. И другие специалисты группы ГАЗ нам даже дали несколько рекомендаций, что нужно всех собирать за один круглый стол. Ну, я имею в виду, что это производители турбин, производители двигателей, конечный заказчик, потребитель, это автосборочный завод и производитель выхлопной системы автомобиля. Все вместе должны сесть за круглый стол и договориться, что наше будущее – это соединение с минимальными затратами на сборку. То есть там, где будет один болт, а не 3 или даже иногда 4, как это до сих пор встречается в российском автомобилестроении.